Привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу 250 метров на 100 грамм и спицы номер 4. Тапочки начинаем вязать с нижней части. Дальше вяжем мысок, потом вяжем верхнюю часть и в конце вяжем подошву и задник тапочек. Тапочки у меня получились на 36-37 размер. Вязание начинаем с нижней части тапочек. На спице розовой ниткой набираем 84 петли и первых 8 рядов вяжем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 8 рядов. Провязала 8 рядов платочной вязкой розовой ниткой. Следующих 8 рядов с 9 по 16 ряд продолжаю вязать платочной вязкой, но только белой ниткой. Вяжем 9 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями. Так вяжем 8 рядов. Провязала еще 8 рядов нижней части тапочек. Вместе у меня провязано 16 рядов. Нижняя часть тапочек готова. Дальше будем вязать мысок. Для начала с левой спицы на правую непровязанными переносим 37 петель. Перенесла первые 37 петель. Дальше крепим розовую нитку. И начинаем вязать мысок. Вяжем первый ряд мыска. Первый ряд провязываем 11 петель лицевыми петлями. Провязали первый ряд, разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная и 11 петель провязываем лицевыми петлями. Провязали второй ряд, разворачиваем, вяжем третий ряд. Первая петля кромочная. И 12 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала третий ряд, разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная и 13 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала 4 ряда. Следующих 2 ряда вяжем белой ниткой. Крепим белую нитку. И вяжем 5 ряд. Первая петля кромочная. И 14 петель провязываем лицевыми петлями.
Разворачиваем и вяжем 6 ряд. Первая петля кромочная. 15 петель провязываем изнаночными петлями. Провязала 6 рядов, следующих 4 ряда с 7 по 10 ряд вяжем розовой ниткой. Вяжем 7 ряд. Первая петля кромочная, 14 петель лицевых, 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 8 ряд. Первая петля кромочная, 14 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 9 ряд. Первая петля кромочная, 14 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 10 ряд. Первая петля кромочная, 14 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 10 ряд. Разворачиваем. Следующих 2 ряда, 11 и 12 ряд, вяжем белой ниткой. Вяжем 11 ряд. Первая петля кромочная. 14 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 12 ряд. Первая петля кромочная, 14 петель изнаночных. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 12 рядов мыска. Следующих 30 рядов буду вязать так, как вязала предыдущих 6 рядов, повторяя схему из 7 по 12 ряд. Провязала еще 30 рядов мыска. Вот такой мысок у меня получился. Длина мыска у меня получилась 11 сантиметров. И ширина 7 сантиметров. Мысок готов. На спицах у меня осталось с обеих сторон по 16 петель и центральная тоже 16 петель. Вместе 48 петель. Дальше будем вязать верхнюю часть тапочек. Для начала с правой спицы на левую переносим петли. Нитки мыска обрезаем и приступаем к вязанию верхней части тапочек. Первых 4 ряда верхней части тапочек вяжем розовой ниткой платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями.
Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 4 ряда. Провязала первых 4 ряда верхней части тапочек розовой ниткой платочной вязкой. Следующих 2 ряда, 5 и 6 ряд, вяжем белой ниткой. Вяжем 5 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Шестой ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли ряда провязываем изнаночными петлями. Следующих 4 ряда, с 7 по 10 ряд, вяжем розовой ниткой платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем 7 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 4 ряда. Следующих 2 ряда, 11 и 12 ряд, вяжем белой ниткой. Вяжем 11 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями. Двенадцатый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем изнаночными петлями. Провязала 12 рядов верхней части тапочек. Белую нитку обрезаем. Дальше будем вязать тапочек до конца уже только розовой ниткой. И следующих 4 ряда. С 13 по 16 ряд вяжем розовой ниткой платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем 13 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 4 ряда. Провязала первые 16 рядов верхней части тапочек. Следующих 14 рядов из 17 по 30 ряд вяжем резинкой 2 на 2. Вяжем 17 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем 2 петли лицевые, 2 изнаночные и снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем до конца ряда. 18 ряд. Первая петля кромочная, дальше вяжем 2 петли изнаночные, 2 лицевые и снова 2 изнаночные, 2 лицевые. И так вяжем до конца ряда. 2 ряда резинкой 2 на 2. По такой схеме вяжем еще 12 рядов. Провязала 30 рядов верхней части тапочек. Верхняя часть тапочек у меня получилась 9 сантиметров. Дальше закрываем петли до последней петли и верхняя часть тапочек готова. Последняя петля будет началом набора петель для подошвы и задника. Закрываем петли. Закрыла петли, у меня осталась одна петля. Дальше будем вязать подошву и задник. Начальная петля у нас уже есть. Начинаем набирать петли с этого угла, вот так, по нижнему краю и к этому углу.
Набрала петли, у меня получилось 129 петель. Дальше на лицевой стороне и с левой спицы на правую переносим первые 60 петель. Перенесла первые 60 петель. Дальше на центральных 9 петлях будем вязать в подошву. Крепим нитку розовую и вяжем первый ряд подошвы. 8 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд подошвы, разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали четвертый ряд. Провязала 4 ряда подошвы по такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, вяжем еще 62 ряда. Лицевые ряды провязываем кромочные, 7 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 7 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 62 ряда. Провязала еще 62 ряда подошвы, вместе у меня провязано 66 рядов. Дальше вяжем 67 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 68 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 69 ряд. Первая петля кромочная, 4 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 70 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 71 ряд. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 72 ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 72 ряда подошвы. Вот такая подошва у меня получилась. С обеих сторон у меня по 24 петли и центральные 3 петли. Вместе 51 петля. Дальше на центральных 3 петлях будем вязать задник. Вяжем первый ряд задника. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд задника, разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд.
Дальше продолжаем вязать задник по такой схеме, как вязала предыдущих два ряда. Лицевые ряды провязываем кромочные, 1 петля лицевая и 2 петли вместе изнаночной петлей. Изнаночные ряды провязываем кромочные, лицевая и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 3 петли. Провязала задник. На спице у меня осталось 3 петли. Закрываем эти 3 петли и наш тапочек готов.